Развитие дорожной отрасли не единственная задача, которая стоит перед регионами. Вот что сказал нашему корреспонденту министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по поводу точек роста в Чувашии. Какие основные направления и точки роста мы видим на перспективу? Могу сказать, что по 2019 году будет рост по обрабатывающей промышленности в целом, исходя из того, что у нас предприятие сельхозмашиностроения, которое расположено в Чебоксарах и входит в концерн тракторных заводов, сейчас завершается процедура соответственно, конкурсного производства, и мы рассчитываем на то, что те заказы, которые сейчас уже поступают на предприятия в рамках исполнения их, мы таким образом обеспечим и загрузку, и эффективность в целом по предприятию. Рассчитываем на также на эффективность Института развития, Фонда развития промышленности регионального. Кстати, в Чувашской республике это один из первых регионов, где был зарегистрирован региональный фонд с капиталом более 1,5 миллиарда рублей. Это хорошее будет подспорье с учетом того, что федеральный фонд развития промышленности обеспечит еще и свое плечо до 70%. Поэтому предприятия среднего, малого бизнеса могут рассчитывать на этот инструмент поддержки и развития.